Голливудский стиль сохранялся на протяжении всего праздника. Даже традиционное награждение лучших студентов и преподавателей факультета напоминало знаменитый кинофестиваль. Каждому номинанту вручили памятную статуэтку. Мы поговорили с ребятами и учли опыт прошлых лет, потому что историки, как правило, ассоциируются с пышными балами и какими-то историческими мероприятиями. Мы решили отойти от этой темы и замахнулись на Оскар. Самостоятельно исторический факультет ЮРГУ существует с октября 2006 года. Здесь идет подготовка по 6 направлениям. Совсем недавно на факультете появилась новая кафедра теологии, где студенты могут получить светское религиозное образование. По словам декана, факультет может гордиться своими студентами, ведь многие из них получают гранты, премии и побеждают на всероссийских олимпиадах. Они, мне кажется, всегда глубоко очень рассматривают любую проблему, вот особенно историки, политологи. А социология – это просто чудо какое-то, потому что это сплав математики, точного знания с гуманитарным знанием. И сейчас это набирает очень большую силу, это направление. В качестве подарка своему факультету студенты подготовили театральную постановку, а ярким продолжением вечера стало выступление команды КВН.